Круто. Цепь не смазал? Смазал. У меня есть литоус, что Сергей у меня смазал. Угу. А я этим? Ну, этим. А то масло настекает. Нет, я этим. Там. А я забыл. Ну, мажут подшипники все это. Забыл. Быстрее. Ты бегаешь быстро, потихоньку, не упади только. Это Роман пошел. Роман! Вернись назад. Так, когда сейчас говорит, чтобы ни одного слова не было говорено. Тихо. Успокойтесь. Так, небольшие объявления. Я вот покажу вам по детскому лагерю, как у детей рождается к чему-то наклонность. Вот я им предлагаю сегодня это не воскресный день, не праздничный, памятная дата. Внимательно слушайте. Один вариант такой. До обеда мы работаем. Будете пилить дрова на кухню. Второй вариант. Вы пойдете в экскурсию, где мы работаем, как вчера говорили, придете смотреть. И третий, пойдете ягоду, клубнику есть и с собой набрать. Какой вариант избираете? Третий. Вот видите, как они решают. Что значит духовные люди? Так. Договорились. Говорят, что на разъезде там уже нету. А вот где ходили на пруд Рыжковский, там ягода есть. Дядя Володя вас сюда поведет. Второе маленькое объявление. Я не вижу, где Люба. Выйди сюда. Вчера я иду из лагеря и гляжу, Любины гуси уже там на повороте, уже ушли. Я тогда решилась проводить еще гуси на суше. Но трава. Все-таки там есть в одном месте, к насосу проходит. И они туда спустились. Как они обрадовались. Вода, пруд. Она пошла вечером, ни гусей, ничего нету. А кого? 20 гусят. Жалко было. Ну, я, в общем-то, не переживала. Я знала, что они куда делись, где-нибудь в кустах или в траве. Вчера поехал я, Витя едет на мотоцикле. Помыться надо. Я говорю, нет, ты развернись к Любе, расскажи, что гуси там. Иначе она будет переживать. А потом я контрольно еще к ней пришел. Сегодня встречаются утром. Да гуси-то нету гусей. И дома не ночевали. Я повернул уже не в храм, а от храма повернул туда искать. Они вот этот конец забились, посчитал 14, а у нее 20. Я что с ними ротеги, а где остальные? Это ничего не говорят. А тянутся ко мне, видно, соскучились-то человеки. А на берегу пологи, а там было круто. Они нашли, где вылезти им. Ну, пошел дальше, в самый конец сюда. Гляжу, там шестеро. Ну, думаю, видно, два начальника, разбились они на том. Хотел соединить, нет, надо раздеваться, выгонять. Дальше. Я сейчас прошу Володю, я ему покажу, где. Прийти с литовкой, а ты с граблями. Прокосить проход. И все равно они будут приходить, чтобы можно было выходить. Ты чем их кормишь? Приди с кормом, чтобы вызволить их оттуда, чтобы они выходили домой. Иначе после не выгнать их. Согласна? Конечно. Сейчас мы идем обедать. Это просто необходимо. Завтра. Необходимо это сделать. Дальше. Мы вчера на южном пруду почти замкнули контур. Работа очень трудная. Это лесоповал, самый настоящий. За 21 год наросло такое, не пробьешься. Так, я вижу, Алеша. Так, ты вот профессиональный. Говорится, лесовод стоит, он может работать. Ты дашь на 2 часа машинку свою? На сегодня что? Да. Только он пилить кусты, деревья спилены.
самое большее толщина там щепоть, вот такие вот. Но рубить они качаются, а он как вот так проведет, напильник, они прям все валятся. На напильник, если можно, напильник. У меня нету. Нет напильника? А зачем? Ну, может, поправить надо, посмотреть цепь. Цепь? Ну, он вчера уже пилил. Дашь? Уговор такой, сломает, купит новую. Новую? Прям такую же модель. А что он сломает на кустах? Ну, просто вот... Ну да. Все. Ну там кое-какие у нас лежат уже спилены, можем маленько делайте, что разлиновать. Хотите, да? Дальше, печальное известие. Утром мне передали сегодня. Вчера будто бы ссылка на ГТРК, государственная телекомпания, передают. Вот у нас Катерина, вот она сидит с ребятишками. Она из города Абакан, там, где служит отец Геннадий Пас. Закрыли детский лагерь. 354 человека в лагере было. Это не наш лагерь-то. А что случилось? Они уязвимые против нас. Вот у нас сейчас света нету. Нам нужды никакой нету. У нас дрова. У них свет отключили. Воду не скипятить, чаю нету. Все, поплыли. Они распечатывают НЗ. А что, консервы? Я не знаю, но думаю. Консервы. Об этом Жириновский говорил, это отрава. Это на случай войны только. Детям дали. Куда? Под капельницы, видно. И детей отравили. Понятно? Нынче как эпидемия на детей. А мы неуязвимые. Нам ничего не доспеется. Почему? А мы с природой связаны. Был такой антихрист на земле русской, Иванов, Порфирий Корнеевич, водой обливаться научил. Он говорит, главное болезнь не впущать в себя, дружить с природой. Вот мы это и делаем. Все здоровые, святые. Представь, 354, это ахнуло, это, конечно, и городская администрация, и краевая, и опять президенту доложили. Что за напасть такая? А я им сказал, не трожьте нас, еще хуже будет. Я свое долблю. Мы ничем не погрешили. Понимаете, это верх цинизма. Сначала обобрали людей, обокрали, сделали миллиардеров, олигархов, перегнали страну всю в Израиль, в Америку. Чубайса там разных наградили. Но мы приспосабливаемся, чтобы не умереть. У меня пенсия 6,5 тысяч. Вот интернет, электричество, квартира. В эти деньги вложишься. Да это бомж. Мне не давали работать нигде. Только во вневедомственной охране, и при том в железнодорожном отделе милиции, чтобы на глазах был. Я враг народа. Какая моя вина, что у меня нету? Но я приспосабливаюсь, рву траву какую-то, картошку посадил. Нет, ты живи по нашим нормам олигархов. А у нее норма какая? Дочка приехала на пляж, и она не знает, куда жерели деть. Так вот она знает, как там, бикини разные там у нее, ну, ленточка висит, а ничего не закрывает-то. Окошко, говорит, в 10 раз шире шторки. Так она сзади, вот здесь вот, на поездке навешала бриллианты стоимостью 5 миллионов. Так это можно мимо походя, так говорят, прощупать этот миллион-то. И поэтому они теряют. И люди после прибоя ходят и находят целое сокровище. У нас-то нет этого. И поэтому нам их, но они для себя норму-то сделали. Как на нас накладывать это? Обязательно проточная вода, обязательно асфальтированная дорога, обязательно туалет должен быть мрамором. Вся страна живет в сортир на улице. У кастрюльки отбитая эмаль, крышка немного, все, отрава нельзя. Вот у нас сколько там разделочных досок. Где Андрей? Здесь, здесь. А, здесь. Делать не надо пока. Одну если сделаешь, что сделаешь, хватит. У нас разделочная написано овощи, рыба. Нет, не из того сделано дерево. Да кто это знал? Купленное. Дальше вот это пластмассовое тоже не подойдет. То есть дурят, ищут причины. Ну, мы-то в чем виноваты, что мы бедные, вы нас обобрали, обокрали. Мы живем по нормам, какие есть. У меня хребет весь сломанный. Как я могу понести тяжести? Ты сидел за столом, вычерчивал разные законы для меня, а я работал на стройке надорванной. Вот он Терентий, где он что делает? Он подняться не может. Мы должны увидеть, этого коммунисты даже не делали, что сегодня с нас спрашивают. Живите по нашим нормам олигархов, как я могу жить, когда у меня ничего нету? Вы даже ездите только на такой машине, как я. А его машина дороже деревни стоит. Я, к примеру, говорю, что они с нас? Просто не выскажешь. Взяли анализы. В пруду нельзя купаться. Как нельзя? 200 лет. Через 2 года 200 лет будет. Купались. В колодце, не в колодце не берут анализы, а в этой, во фляге. Суп наш взяли во время поста.
Ну, мы православные, поэтому у меня там картошка, капуста и сквозная видимость. Что спрашиваешь? Ты сегодня приди, ты увидишь, у нас там и творог появится, и барабаш нас наградит. Вот как. И они начинают брать кашу, взяли нашу. Ну, каша, попали в среду, так она без растительного масла. А надо дать ему масло, вот себе и ешь масло безбожник. Мы верующие, мы православные, они ничего не смотрят. Это их норма. Так они мне что, самая высшая мера наказания? 1000 рублей. Видя, что с меня нечего взять, они придумали, отвечает община, 25 тысяч рублей. И вчера мне прислали документ, что я основатель лагеря. 45 лет бессменный начальник. Меня никто не избирает, это мое детище. Постройки, все мое. И поэтому накладывать на общину мою провинность, как они понимают, нельзя. Мне документ составили вчера, вот сегодня должны отдать вестицию. То есть они подыскиваются. Я прошу помолиться. Дети все должны быть здоровы. Больного вообще никого нету. Почему? Они играют, босиком бегают, купаются. Я спросил дети. Нам запретило, как называют они, надзор. Роснадзор. Роснадзор. Какой? Потребнадзор. Потребнадзор. Роспотребнадзор. Потреб. Главное, потреб. То есть они все требуют. Нищета, голь перекатная. Ну, что с меня можете требовать? Не купаться, дети, давайте проголосуем. Купаемся или не купаемся? Купаемся! Все, я говорю, вас заберут, я останусь. Это вы идете против потребнадзора. Дальше. Воду из колодца будем пить или из болота там где? Из колодца все кричат. Все, вас посадят, я остаюсь. У нас интересная жизнь идет. Дети сами своим референдумом решают, как нам жить. Каждый день мне заказывают зелень. Зелень из разных компонентов. Я режу мелко, толку, посолю маленько, что там, листья крапивы, нежгучий, там, одуванчика, репей, там, капустные листья, душица, лук, там что, ну, 9-10 компонентов. Перетолку, оно как плитка делается. А и в первое, второе кладут. Что они не будут здоровы? Ты посмотри, какие лица-то у них. Ну, просто глянь. И те люди, которые лагерь закрыли, они могут сопротивляться? Не могут, им деньги отпустили. Деньги, они их не туда пустили. Мне за 44 года ни одного рубля никто не дал. Шифер разбила буря, я своими деньгами расплачиваюсь опять. Столбы провести, электричество за свой счет. Что дети вот, купаются там где-то, баня за мой счет, моя баня, мой колодец. Поэтому все... Удары против меня идут, чтобы никого больше не трогали. Поэтому помолитесь, чтобы больше 1000 не взяли с меня, иначе я не уеду отсюда, тут и жить буду тогда. Пешком не уйдешь. Вот наши какие известия. Петр и Павел, хотел сказать, были разные. У Петра образования, похоже, никакого не было. Это любой, кто считает послание, увидит. Павел ученый. Но дальше история, когда пойдет, то показывает, вот на неграмотном Петре католики держатся 2000 лет. Петрова, Петре, они наследники. Православные взяли созерцание, вот монастыри, там думать, зажмуриться, на пупок смотреть. А почему? Ян говорит, вначале было слово, слово у Бога, это созерцанием. Православные за него, а протестанты Павла, и это все описывает Владимир Сергеевич Соловьев. Когда придет Антихрист, всем предложат, что надо вам. Те скажут, чтобы вот папа наш был везде, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Уговорит. Но найдутся те, которые скажут, признай Иисуса за Господа Бога. А этого я не могу сделать. Наследникам папу можно признать. Православным что нужно? Ну, чтобы на церковно-славянском толстые книги, иконы. Все, пожалуйста. Но найдутся люди, которые скажут, самое главное ты, на Антихриста, признай Иисуса Господом. Этого сделать я не могу. Вот. И протестанты скажут, а нам лишь бы проповедовать, сказали, миссионерством заниматься. Пожалуйста. Но часть скажет из них, так Соловьев пишет, а ты признай Иисуса Господом. А он не признает, и откроется его отвратный лик. Вся его мерзость. И вот мы относимся как бы к Иоанну. Это даже святые отцы говорят. Научитесь созерцать. Это молитва, это пост, это здорово. А Иоанн – возлюбленный ученик. И сегодня нам Господь напоминает, Петр и Павел были казнены в разные дни, в разные годы, но церковь свела их в один день на сегодняшний. И смысл Петрова поста имеет только один –
благословение на проповедь, благословение на миссию. Если этого нет, то наш пост просто про форму исполнили и дальше не пошли. Следующее воскресенье, вот оно будет, наши собираются на миссию. Ну, на благовестие, так проще сказать. Поедут где-то. Так что, кто поедет, хочу увидеть. Вот голубь какой-то пристал попутно сказать, посмотрите у Игоря. Ну, хоть маленько бросайте ему горсть зерна-то. Бедные ходят, собирают, где попало еще. Да крутятся, породистые. Ну, придем мы к Господу? Нет, если мы будем искать своего, а не Божьего. Господь упрекал их за то, что не верили в воскресение. А сегодня мы видим благовестие. Следующее воскресенье поедут. Кто поедет? Ну, даст Бог. Так, поедешь? Я здоров буду. Ну, Никита. Конечно, поеду. Поднимай руку. Так, два. Кто еще поедет? Вот еще, вот. Катерина, три. Вон, вон. Так, четыре. Владимир, пять. Еще двое. Шесть. Я. Ну, в общем, я так. Да тебя не стоит брать. Ты да еще до этого два раза переболеешь, пока я, ехать соберешься. Да нет, Господь, за тобой, как за ворошилом, реанимация, чтоб шла. Центральный комитет вызывает, да говорит, а сзади машина реанимации. Я когда проповедую, мне Господь дает здоровье. Я уже сказал, все, перебивать нельзя. Шаечка укатилась наша. Так, ну все. Хороший сегодня день. Благословен Господь. Так, это, Роман, иди к Алексею, договорись, бутылки две возьми.